На конкурсе дети читают стихи. Роман Авдеев, 10 лет. Начальная школа номер 35, город Омск. Тротнево. Общая победа. Солнце в трубу золотую трубит. Слава герою-бойцу! Враг побежден, уничтожен, разбит. Слава герою-бойцу! С рогами я бьюсь, сказал боец. На это и жизнь не жаль. Но штык для меня, ковал кузнец, крепка закаленная сталь. Я выковал штык, кузнец говорит, как жар он на солнце блестит. Но звонкую сталь, драгоценный дар, выбрал брать сталевар. Что ж, это правда, сказал сталевар. Металл я сам из руды доставал. Но в темные недра уральских гор пускался не я, а шахтер. Что ж, это правда, шахтер сказал. Забой у меня каменист. Руду я достал, но к вам на вокзал. Ее приводил машинист. Это правда, сказал машинист. По стране я езжу во все концы. Но хлеб добывает и вам, и мне. Родные наши жнецы. Что ж, это правда, сказал машинист. Что ж, это правда, я всех кормил, сказал машинист и жнец. Но землю, которую я люблю, берег для меня боец.